Я вас чую, на жаль, учасники круглого столу вас не можуть чути, але я буду передавати всі питання зі студії їм. Власне, їх тут п'ятеро. Тема круглого столу тут в культурному центрі майстер-клас – це розвиток мегаполіса і роль культурних проєктів, і, зокрема, такого, як Гогольфест в ньому. І я зараз передаю слово президенту Гогольфесту Владиславу Троїцькому. Власне, наше питання до нього таке. Наскільки от промзона на видобичах стала тою культурною зоною в межах мегаполіса, тобто Києва? Добрий вечір. Ну, на самом деле, то, что произошло в прошлую пятницу, когда мы пустились в эту безумную авантюру делать Гогольфест фактически без бюджета, только на принципах сотрудничества, свободного сотрудничества людей, я очень опасался, что людей не будет. Но когда пришло, как по охране говорит, что до 15 тысяч человек на открытие, я понял, что в городе катастрофическая жажда культурного контекста. Место, где ты можешь встретиться с другим человеком, увидеть его глаза, почувствовать, что ты нужен, чувство своего собственного достоинства и почувствовать себя хозяином этой земли. На самом деле, вот это главное содержание, главный месседж фестиваля в том, что мы должны, не ожидая ничего, ни от кого, творить свою жизнь. Культура или искусство в этом плане незаменимая вещь. И это на самом деле настоящая жизнь, а не та псевдополитика, которую нас пичкают с экранов телевизора. Вот, Лиля, вот скажи что-нибудь, пожалуйста. Давайте представим. Добрый вечер. Я президент еще одного фестиваля, который дружит с Гогольфестом, и свои проекты тоже представлял на этом фестивале. Это «Джаз Коктебель». Мы совершенно недавно закончили свой фестиваль. И мы действительно, может быть, не меняем так большой мегаполис, стараемся изменить маленький поселок, но это тоже задача не такая простая. И я очень рада тому, что Гогольфест состоялся, потому что мы все почувствовали в прошлом году, как его не хватает. Вот не хватает как атмосферы, не хватает как кислорода вот в горах, да? И мне кажется, что если мы говорим о роли культурных проектов в развитии мегаполиса, то это как раз создание вот такого настоящей позиции жителя мегаполиса, вот по открытой, гражданской, большой и неравнодушной. Но мне кажется, что здесь много людей, которые могли бы еще что-то сказать по этому поводу. Ну вот, например... Анастасия, а давайте мы просто трошки прервемся, чтобы вы чули нас теж. Я в наш культурный контекст, про который говорил Влад, про который говорила Лиля, я хотел ввести экономический контекст и сообщение, скажем так, государству, Министерству культуры, меценатам, спонсорам. Я хотел сказать такой короткий тезис по поводу того, что в культурной индустрии напрямую вот участие и наличие фестивалей напрямую влияет на стоимость квадратного метра, цены в ресторане и, в принципе, благополучие. Есть такое понятие, как культурная индустрия, да, которые экономические составляющие, бюджета наполняющие. Поэтому очень хотелось бы вот состоятельные люди, которые здесь, каждый на своем уровне, на высоком европейском уровне делают свои мероприятия. Дом прямого включения, у нас была дискуссия, разговор о том, что насколько важно экономически поддерживать такие крупные масштабные мероприятия. Я хотел сказать, что мое короткое сообщение в том, что в культурном контексте есть экономический. Напрямую влияет на стоимость квадратного метра, цены за блюдо в ресторане и так далее. В качестве примера могу назвать миллион фестивалей в своем контексте. Это фестиваль Каннский, Венецианский. То есть вот представьте себе город Канн без Каннского фестиваля, который напрямую влияет на всю экономическую инфраструктуру, собственно говоря, города. Поэтому это в двух словах мой месседж сегодня в нашем сообщении.